Покажи, как умеешь. Ну не мешай. Я тебе потом скину ВК, подзывай. Сегодня делали прыжковую работу. Нормально. Ты... А? Мы еще не доделали. Мы не доделали, да, но мы пытаемся. Тренер шла. Сегодня сами. Уже давай. Пробуй. Без двух матов твой. Но тут не так много. Ну нормально. Только ты... Ты не вып... вот ты как Стас делаешь тоже, запрыгнул, уже вроде все, запрыгнул нормально, и берешь вот так с колен, подрываешься вверх, так, ты видел? С матом. Я не назад потянула. Ты вперед лучше вот так падай, а тут ты бахнешься. Короче, идем в бассейн, сейчас будет супер съемочка, под водичкой, наверное, я блок взял, под зыбрик. Что за место вообще? Я тут ни разу не был. Короче, пришли в бассейн, там детские соревнования. Нам надо еще где-то полтора часа лазить. А в метро или туда? Да в метро идем жрать. А там... Что делать, естественно? Там карточка, наверное, надо. А там одноразу можно все. Да? Или можно сделать. Ты же хотел сделать, что сделать, короче. Или спросим, может, там ладно. Короче, идем жрать. Чем можно реально сейчас заняться в умное время? Как не похавать? Да я уже проголодался, хотя я ел час назад. Где-то так. Ты во сколько встал вообще? Я? Да. 9. Я в 9:20 стал, пожрал. Все. Правда, маловато часов где-то. Но там больше не выдержишь, потому что холодно. Ну, так оно. Набережный на совок попадет, честно. А? Вон на совок до набережной чай пить. Смотрите, ну что это за здание? Это ж капец, короче. Это пизда. Это вообще просто жестко. Водолей еще более-менее, а тут вообще, ну, капец. Ну ладно. Так, в принципе, тоже неплохо будет. Сегодня суббота, 9 число. Иду сейчас в манежик, решил бежать эстафету, как раз перед соревнованиями. На следующей неделе соревнования, перед соревнованиями как раз можно будет разбиваться, привыкнуть к этой обстановке. Сейчас буду бежать с другую команду, так чисто для себя, посмотрим, какое мы место займем. Всем удачного просмотра, сейчас буду переодеваться, и там уже продолжим. Now a single time.
Взяли шведочку. 1, 2, 3. Нет, 1, 2, 3, 1. Нормально. Пробежали вторые, результат 2.49 на вторые, и у первых 2.44. О, на рождание. На рождение. Язык взлетает. Я бежал 3 круга. Не знаю, сколько времени сейчас прошло. На экране, думаю, выбиться что. Сейчас отдыхаю. Серега сидит. Оператор. Ты что, снимаешь? Ну да, во влог попадет. Сколько ты бежал сегодня? Два. Вот. Последствия. Вот такая вот небольшая эстафетка у нас пришла. В принципе, пробежал хорошо, тренер доволен, это главное. На следующей неделе вроде бы соревнования, точно уже не помню, тренер когда-то говорил. На следующих соревнованиях я даже не знаю, что еще буду бежать, то ли 60, то ли 400, то ли все вместе. Короче, посмотрим. В принципе, исходя из этой эстафеты, что я побежал, я пробежал за минуту 14. Ну, в принципе, такой неплохой результат. Эти три круга, это примерно 550 метров где-то вот в этом районе. Больше, чем 400. Ну, их, конечно же, легче бежать. Не так вставляет, как на 400. Но это не важно. Короче говоря, следующее видео, скорее всего, будет про мои соревнования. Начало сезона. Этим видео мы открываем этот сезон. У нас еще есть неделя немного позаниматься. И уже будут каждую неделю соревнования. Так что я буду больше снимать. После новогодних каникул, после Нового года, естественно, уже начинаются чемпионаты Украины. Я надеюсь, я попаду, поеду туда. Чемпионат будет в Сумах. И может быть в Запорожье, но это не точно, потому что там что-то со стадионом, какие-то проблемы с манежем. В общем, посмотрим, как оно будет на самом деле. Так что, если вам понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на каналчик. Всем удачи, всем пока.